Доброго времени суток, YouTube, уважаемые психологическое комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Значит, некоторые в продолжении предыдущего видео я должен дополнить. Некоторые наши контрагенты клюют на то, что некоторые недобросовестные и преступные психофизиологи проводят дистанционное психологическое обеспечение через интернет с помощью программы AnyDesk. Это преступление против психофизиологии. Для того, чтобы понять разницу между скоростью реакции человека, которая составляет передача нервного импульса от одной нервной клетки к другой, 1 миллисекунда, вы попробуйте сыграть в World of Tanks через AnyDesk. Это бред собачий, это такие тормоза, это такие лаги. Соответственно, вы поймете, что значит пройти обследование ПФО, где важна каждая миллисекунда, у мужчин это 270, у женщин 250 миллисекунд. Попробуйте пройти через интернет, пускай у вас он будет суперскоростной, от Илона Маска или там, я не знаю, там по кабелям, каким-нибудь оптоволоконным, неважно. Все равно это настолько медленно, что преступление проводить психофизиологические обследования через интернет. Сыграйте через AnyDesk в World of Tanks. Вы все сами прекрасно поймете. И никогда не закажете услугу у таких неграмотных и преступных психофизиологов, как мы можем видеть и наблюдать их в Санкт-Петербурге и в ряде других городах Российской Федерации. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!